привет еще раз. Не выдержала у меня, как бы это самое, решил еще видочек записать. Значит, по приговору доктору. Приговор, прошу прощения, врачу Елене Мисюриной отменен. Делом теперь снова займется прокуратура. А адвокатом женщины стал Генри Резник. О, так он выиграет суд, мне кажется. Любое дело, мне кажется. Ну, хоть так, стоп. Не скажу, чего, любое дело. Резник, тыры-пыры. Так вот, мы связались с главным... Журналисты пишут. Дождя. Мы связались с главврачом больницы, в котором работала Мисюрина, чтобы узнать, как врачебное сообщество отреагировало на такое решение суда. Ну, то есть, почему суд отменил приговор врачу Мисюриной? Вроде как пациент умер. Так вот, был ответ. Ответ таков, цитирую. Если всех наказывать за риски, запятая, останемся без специалистов. Конец цитаты. По этой причине суд отменил приговор Мисюриной. То есть, как бы... А Телеграм тогда за что? Телеграм-то за какие? Тоже ведь за риски, правильно? Ведь, я понял, не было ни одного доказательства, чтобы прямо террористы совершили какой-то теракт, пользуясь исключительно только Телеграм. Чудо, как бы судебная система странно работает. Одних за именно за смерть, значит, за пациента помиловали, а других, как бы, ну, вероятно, риск есть, надо, как бы, засудить и заблокировать. Причем меньше часа потребовалось. То есть, как бы, как говорится, судебная система России – самая лучшая система в мире. Так что так. Ладно, всем пока. Пока. А, чувак, ты уже поставил свой дизлайк.